Всем привет! С вами я, Алиса. Как я знаю, многим понравилась моя новая рубрика «100 килограмм кукол». Сравниваем, выбираем, покупаем. Потому что в обзорах подобного вида я соединяю сразу 4 направления. То есть получение посылки, распаковка кукол, обзор и сравнение. Поэтому сегодня я рада представить вам 3-ю серию. Ну а героем сегодняшнего видео будет лишь один персонаж. Имя его пока известно лишь одному человеку. Не мне. Надеюсь, подобного рода видео помогут определиться вам с выбором на ту или иную куклу или же персонажа. Вскрытие этой коробки покажет, кто у нас герой сегодняшнего шоу. Как вынем все коробки из посылки, мы узнаем, за кого же проголосовало больше человек под последним видео. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А кто посчитает, сколько раз за все видео я сказала имя главного персонажа, пишите обязательно в комментарии. Ну а теперь можно начинать резать эту посылку. И, пожалуй, первый наборчик, который я вижу в этой посылке, это две очаровательные монстряшки из серии Ghoul Chat. Это Рошель Гойл и Катрин де Мяу. Очень милые. Следующей монстряшкой у нас в коробке идет Катрин де Мяу из серии Scar Master. Следующая коробка в этой посылке это серия, сейчас скажу какая, Gloom and Bloom с очаровательной Катрин де Мяу кошечкой. Еще одна коробочка в этой посылке это Катрин де Мяу из серии Fantastic Fitness. И она без ботиночек. Ну, я думаю, вы это уже давно знали. Дальше у нас следует серия Скориш, и это уже довольно раритетная куколка. Это эксклюзив Катрин де Мяу, художница. Ну и напоследок, моя просто любовь, хоть и бюджетная, но это Шрик Брект, также Катрин де Мяу. Я думаю, не надо быть Вангой, чтобы понять, что герой сегодняшнего видео это Рошель Гойл. Ну, она же все-таки тут единственная. Ладно, шучу. Конечно же, Катрин де Мяу. По происхождению Катрин вверх кошка из Франции. Она художница и, конечно же, любит рисовать. В одежде она предпочитает скорижский стиль, который помогает ей подчеркнуть в глазах туристов красоту ее творчества. Ну а теперь, я думаю, перейдем непосредственно к разделу обзоры. И для этого мы достанем всех куколок из коробок и начнем их сравнивать. Готово! Ну и начнем с самой первой выпущенной Катрин из серии Скориж. Монстр Хайлайверы также привыкли называть эту экстравагантную натуру и милую мечтательницу базовой. Катрин тяжело застать без темных очков, которые она надевает лишь изредка. В основном она носит их около ушек. И правильно, зачем прятать такую красоту? Любимый цвет нашей любимицы – сиреневый. Поэтому у куклы сиреневые кудрявые волосы с вкраплением малиновых прядей. Ее брови и губы также сиреневого цвета. А кошачьи глаза неповторимой уединенной кошечки красивого сине-голубого цвета. Кокетливая черная родинка под левым глазом. На полуночную прогулку она надела шарфик с завитушками и платье с черными, белыми, сиреневыми полосками. Это все последние модные новинки от кутюрье Скорижа. Также не застать ее без прицепного кармашка для карандашей и телефона. Без романтичной сумочки с изображением Эйфелевой башни на фоне ночного Скорижа с сияющим месяцем на небе. Посмотрите на перчатки этой милой кошечки. В ней живет настоящий дерзкий мотоциклист. На ногах Катрин прелестные кремовые туфельки. Аж хочется их съесть. По моему мнению, эта куколка просто must-have для каждого кукольного коллекционера. Следующая кукла, которая попалась мне, Катрин де Мяу из серии Scar Master. Как мы можем заметить, Катрин в этой коллекции удлинили волосы. В них добавили новые цвета, они ее вообще не портят, а напротив дополняют. Теперь волосы достигают талии. А вот мейк Катрин де Мяу практически не изменился. Тем не менее, личико выглядит очень мягко и нежно. Тени такого же лилового цвета, но потемнее, чем у базовой куклы. Также складка века прорисована ярко-пурпурным цветом. Из кардинальных изменений новой Катрин просто перекрасили губы, сделали их сливовыми. А аутфит Катрин невероятно стильный.
а шарфик на шее и вовсе придает девушке особый шарм. Она, как всегда, верна пурпурно-лиловым оттенкам и утонченному скарижскому стилю. На Катрин надето платье, которое очень напоминает юбку и кофточку отдельно. Юбка достаточно длинная, до колена. Снизу украшенная тканью, напоминающей ажурный шифон. Низ кофточки также отделан этой тканью. Туфельки куклы просто невероятные. Они такие тоненькие, словно лиловая паутинка. Следующая девушка – Катрин де Мяу из серии Gloom & Bloom. В этой серии очаровашка Катрин предстает в образе прекрасного ночного цветка. Макияж куклы в темных оттенках, но не выбивается из общего образа. В этой коллекции у Катрин другой цвет носика. Он светло-бежевый с розоватым оттенком. У куклы очень простая, но милая прическа. Локоны у лица закручены и уложены к вискам, а основная масса волос собрана в хвост. Аутфит, который создала для нее Джина Файер, в фиолетово-синих оттенках, богато украшенный цветами, и он очень уж нарядный. Все платье покрыто цветочным принтом. Пышная верхняя юбка асимметричная, а нижняя прямая, узкая. Обута Катрин в голубые босоножки на высоком каблуке, украшенные интересным цветочным аксессуаром синего цвета на щиколотке. Катрин из набора с Рошель Гойл Гул Чат тоже не простушка. Так же, как и у Рошель, волосы нежной скорежанки Катрин лавандового цвета с прожилками светло-розовых прядок. Они заплетены в хвост, но не высокий, а сбоку. Мейкап куклы спокойный и очень легкий. Преобладают нежно-розовые и лиловые тона. Катрин носит немного простоватое домашнее платье с интересным и немного навороченным дизайном. Верх платья белого цвета, с милыми рюшами и оформлен синими полосочками и рисунком подтекшей глазури лавандового цвета. Низ сиреневый, с абстрактным рисунком синих линий и с прелестным принтом в виде кошачьих мордочек. В комплекте прилагается лавандовый айкофин с ушками. Обратите внимание, как закручен провод трубки в сердечке. Обута Катрин в милые сиреневые ботиночки с оборочкой и рельефом кошачьей мордочки на носке. Несмотря на отсутствие обуви у данной веркошки, Катрин Фанктастик Фитнес приглянулась многим фанатам Monster High. Волосы у Катрин трех цветов – бледно-синий, фиолетовый и малиновые пряди спереди. Волосы убраны в хвост, чтобы не мешать веркошке на занятиях. Катрин выглядит просто сногсшибательно в этом аутфите, пусть даже он очень уж бюджетный и довольно скудноват. Наряд состоит из красивой кофты без рукавов серого цвета с фиолетовыми полосками и розовым сетчатым верхом, закрепляющимся на шее. Низ – серые штанишки с переплетающимися фиолетовыми и черными полосами. Поверх полос – забавные медитирующие кошечки, что делает наряд коллекции не таким уж и скучным. Вся одежда красиво облегает кукольное тело, словно показывая, что Катрин на занятиях по фитнесу совершенно не ленится. Одна из последних Катрин де Мяу – кошечка из пиратской и морской коллекции Shrek Wrecked. Несмотря на бюджетную коробку и ребут, кукла получилась милашкой и выглядит достойно. И я сильно удивилась, когда заметила, что эта куколка после ребута намного больше, чем кукла до ребута. Ну, я надеюсь, вы понимаете эту цепочку. А благодаря малиновым прядкам я просто влюбилась в эту очаровательную монстряшку. Кстати, теперь она больше похожа глазами на анимешку. А вам нравится больше Катрин до ребута или же после? Пишите обязательно в комментарии. Голубые глазки Катрин выглядят очень нежно, и даже кошачьи зрачки вообще не портят их. Глаза подведены легкими розовыми тенями, что подчеркивает их и не делает нагрузку на образ. А брови окрашены фиолетовой. На правой стороне головы красивый черный берет с огромным розовым бантиком, что напоминает нам о ее скарижских корнях. Такая деталька делает путешественницу утонченной аристократкой. Платье Катрин Shrek Wrecked сделано из синей ткани с принтом из роз, белых и розовых звезд, якорец, птичек розового цвета и даже мышек, которые несут растяжку со словом Катрин. Аксессуаров у куклы достаточно. На ножках Катрин де Мяу Shrek Wrecked туфельки синего цвета с морским узором,
открытым носочком и розовым бантиком спереди. По традиции, настало время советов магазина Белевикс. Как же выгодно и практично выбрать свою единственную беленькую кошечку Катрин де Мяу. В линьке Monster High Mattel представил нам, любителям, не только куколок, но и кошечек. 6 очаровательных представительниц из семейства кошачьих с белым окрасом шерсти. Безупречно красивыми мордашками обладают абсолютно все кукляши Катрин де Мяу из выпущенных серий Monster High. Недавно Катрин де Мяу участвовала в телевизионной программе «Модного приговора». Результат голосования по вопросу образа и стиля 0 баллов, естественно, получили Катрин де Мяу из серии «Гул Чат», «Фанктестик Фитнес», ну и «Шик Врект». Результат голосования модного приговора по вопросу элегантности и безупречного стиля получила 100 баллов, естественно, кошечка серии «Скориш». Кошечки серии «Скармейстер» и «Глум энд Блум» получили по 100 баллов по теме прогулочного дня и выхода на работу. Таким образом, если вы сами являетесь обладательницами безупречного стиля, магазин настоятельно советует вам выбирать беленькую кошечку из серии «Скориш», «Скармейстер» или же «Глум энд Блум». К тому же все эти наборы с подставками, а коробки оформлены тематически ярко и масштабно. Если у вас в коллекции еще нет Рошельки, несмотря на довольно повседневный внешний вид куколок, все-таки стоит остановиться на выборе сета из серии Гул Чат двух монстряшек. Да и две пары стоек еще никому не помешали. Касательно серии Фанктестик Фитнес, магазин отмечает, что тут и советовать нечего. Потому что, скорее всего, эту Катрин из серии «Фитнес» уже днем с огнем нигде не найти. Глядя на заокеанские ценники Катрин де Мяу из серии «Фанктестик Фитнес», похоже, запасы этого выпуска окончательно исчерпаны. Остается озвучить, кто не успел приобрести абсолютно бюджетненькую босоногую Катрин де Мяу из данной коллекции, тот ничего не потерял. И если монеток в кармане маловато, то задумайтесь о белой кошечке из серии Шрикт Врект. Да, и примите на заметку, что Катрин де Мяу из серии Шрикт Врект – хороший вариант подарка на день рождения самой любимой подруги. Поверьте, она оценит вас. А для себя любимой Катрин де Мяу из серии Скориш – это абсолютное попадание в яблочко. Оставайтесь такими же пушистыми и светлыми, как Катрин де Мяу. Напишите в комментарии, какая Катрин нравится вам больше всего и какая особо не впечатляет. Мне будет очень приятно почитать. И также не забудьте нажать на кнопочку подписаться и колокольчик под видео, чтобы не пропустить новинки моего канала. Напишите в комментарии, какого персонажа вы ждете в следующем видео этой рубрики «100 килограмм кукол». Кстати, я люблю отвечать на ваши комментарии, так что пишите. Надеюсь, вы уже видели два других моих видео из данной рубрики «100 килограмм кукол». Там я рассказывала про Вейперин и Хоулин Вульф. Если что, обязательно бегите посмотреть эти видосики. Кликабельные ссылки будут в конце видео, а также в описании. Ну и не забывайте про мои соцсети. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!